Всем привет! 21 марта проходила распродажа у авиакомпании Seven для обладателей карт, кабрендинговых карт S7 Тинькофф. Вот. Показываю, решил вот записать видео с процессом поиска билетов, чтобы кому интересно, увидел, как это происходит, если действительно скидки, они будут обозначены желтым значком. Вот, вот я сразу открыл 4 вкладки, чтобы искать 4 направления. Это Владикавказ, Махачкала, Минеральные воды и Калининград. Мне в целом все равно, куда ехать из этих мест. Я решил, что где будет выгоднее, где дешевле, то направление и выберу. Вот, как видно, я смотрю первую неделю апреля. Вот уже ввел Владикавказ и Махачкалу в двух вкладках. Вот показаны желтым значком скидки. Видно, что они есть. Причем на все рейсы. Раньше я такого не видел. Но тут дело в том, что я зашел сразу в 0 часов. То есть дождался специально полуночи, когда стартует распродажа, и начал смотреть билеты. Вот обычно, когда ранее я заходил смотреть днем, вот эти желтые значки были не у всех рейсов. Возможно, как раз таки потому, что количество акционных билетов ограничено. Вот видно, что Москва, Владикавказ и обратно на двоих стоит 20 900 рублей по акционным ценам. Это действительно дешевле, чем было в последние дни до начала распродажи. Но это либо дороже, либо также по сравнению, допустим, с началом марта. То даже статьи писали об этом, то, что где-то дней за 10 до распродажи S7 начал поднимать цены. Я могу это подтвердить, потому что изначально я отслеживал стоимость билетов на майские, ну, в районе майских праздников, в ту же Махачкалу, допустим. И в начале марта они были дешевле, чем в последние дни до распродажи. Я прям видел, как они начинали дорожать. Так, ну вот видно, что Москва, Махачкала. Так. Там был Владикавказ, это уже Минеральные воды. Я смотрю, это направление оказалось самым дорогим из четырех, которые я планировал посмотреть. Ну, вот тоже видно, что есть. Вот 31 720, это на двоих. Москва, Минеральные воды, Москва. Это Москва, Калининград. По Минеральным водам это тоже цена дешевле, чем было до акции. Москва-Калининград, раунд-трип, 21 тысяча. На двоих, опять же. И вот я решил посмотреть еще. У меня было запасное направление. Это Ульяновск, Горно-Алтайск. Поскольку я живу в Поволжье, до Ульяновска мне добраться дешевле, чем до Москвы. Я вот обнаружил, что из Ульяновска есть достаточно дешевый билет направления Сибири у S7. И вот рассматривал вариант с Горно-Алтайском тоже. Я смотрел его за вечер, вечером до распродажи, перед распродажей. Стоил такой билет 27 тысяч на двоих, раунд-трип. Соответственно, по 13 тысяч в одну сторону. Здесь вот с учетом распродажи было 24 250, то есть тысячи на 3 дешевле.
Но в итоге я выбрал Владикавказ, вот взял билеты. Сейчас покажу скрин, я еще и списал мили. В итоге получилось 12 500 рублей на двоих. Москва, Владикавказ, Москва.